в один стик. И заметьте, 4000 миллиграмм. Почитайте. Это просто ахнуть можно. Смотрите, не 100 миллиграмм, не 200 миллиграмм, не 500 миллиграмм. 400 миллиграмм в суспензии. Витамин А, витамин С, D3, витамин Е, B3, B7, Бшки, К2, дигидрокетин, арабиногалактан, магницитрат. Смотрите, это невероятно круто. Эл-аргинин, Нобелевская премия. Витамин Е, экстракт гуараны. Экстракт зеленых кофейных зерен. Видите, натуральное зеленое кофе. Не обжаренное. Экстракт зеленого чая. О, зеленый чай, смотрим. Зеленый чай. О, это PH9, это круто. Смотрите, здесь зеленый чай, это PH9, это круто. Вау, это значит, у меня PH поднимается. Это значит, клетки кислородом у меня напитаны. Вау, так это же открытие Нобелевского лауреата, что при PH7,5 не размножаются раковые клетки и болезни. Вау! А здесь же еще и открытие аутофагии. Получается, за счет того, что мы не перекармливаем клетку и даем вот столько полезных компонентов, это же, вау, это же аутофагия. Это же еще Нобелевская премия. Ой, и эл-аргинин, и токсифалин, это тоже Нобелевская премия. Значит, уже 4 Нобелевских премии.